Послушайте, друзья, я скажу вам откровенно. Сатана охотится за каждым пастором, за каждым апостолом, за каждым учителем, за каждым евангелистом, за каждым пророком, за каждым служителем. Сатана ведет охоту, и цель его – сделать нас трофеем в своем царстве. Друзья, давайте откроем первое послание апостола Петра, 5 главу. Первое послание апостола Петра, 5 глава. С 8 по 9 стих. «Трезвитесь и бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире». Тема моей сегодняшней проповеди – «Не стань трофеем для царства тьмы». Дело в том, что мы должны понимать, что наша земная жизнь или наше земное путешествие связано с определенными опасностями, которые мы можем встретить на своем жизненном пути. Верят в это христиане или не верят, но Слово Божье говорит, что дьявол вышел на охоту. Если мы говорим о нем как о льве, то львы, они постоянно на протяжении всей своей жизни охотятся и ищут добычу. Поэтому апостол Петр не случайно, именно он пишет о чем-то очень важном, говоря: трезвитесь и бодрствуйте, потому что в вашей жизни есть тот, кто хочет вас поймать. Писание учит нас трезвиться и бодрствовать, и понимать, что за тобою охотится тот, кто желает сделать твою жизнь трофеем. И мудрость заключается в том, что ты не позволишь дьяволу сделать из тебя подобное позорище, подобный трофей. Знаете, я хочу, чтобы мы открыли сейчас Луки 22 главу. Мы еще, может быть, вернемся в послание к Петру. Но сейчас в Луки 22 главе я хочу, чтобы мы прочитали 2 стиха. 31 и 32 стих, в котором написано: «И сказал Господь на вечере с апостолами Симону Петру такие слова: Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. И ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Знаете, я понимаю, что синодальный перевод не совсем ясно дает нам понимание, что за молитва, которой молился Иисус за Петра. Но современный перевод Нового Завета звучит вот таким образом. Я хочу, чтобы вы услышали. Сатана просил разрешения испытать вас, чтобы отделить плохих от хороших, как крестьянин отделяет пшеничные зерна от сорных. И я молился за тебя, говорит Иисус Петру, чтобы не ослабела вера твоя. Вдумайтесь, сатана просил разрешения испытать вас, чтобы увидеть, кто из вас, называющих себя верующими людьми на земле, является таковым или наоборот не является таковым. Я хочу, чтобы мы поняли, что сатана использует разные приманки, это, чередуя их, выявляя слабые звенья в цепи твоей и моей жизни. У дьявола разные функции, разные наживки. Крючок очень похожий, но наживка разная. И вы знаете, я вспоминаю на основании Слова Божьего очень много примеров, которые Бог не стесняется говорить об этом. Я хочу, чтобы мы прочитали одну историю падения человека по имени Саул.
Мы знаем, что в начале своего жизненного пути этот человек был особо помазан Богом. Он был настоящим героем. Я знаю, что многие думают, Саул это тот отступник, сердце которого охладело к Богу. Но изначально это было совершенно не так. Изначально он был человеком, через которого Бог давал огромные победы Израилю. И вот однажды что-то произошло в его жизни, что послужило началом его конца. Я хочу, чтобы мы обратили внимание на первую книгу Царств, 18 главу. С 5 стиха и ниже здесь описывается именно то, что, я думаю, послужило именно началом деградации этого человека в глазах Бога, в своих собственных глазах, в глазах народа и так далее и тому подобное. И вот о чем повествует нам это место, Писание. 18 глава с 5 стиха. «Давид действовал благоразумно везде, куда бы ни послал его Саул, и сделал его Саул начальником над военными людьми». То есть Саул, будучи президентом, сделал Давида министром обороны, начальником над военными людьми. И это понравилось всему народу и даже слугам Сауловым. Когда они шли при возвращении Давида с победы над филистимлянином Голиафом, то женщины из всех городов израильских выходили навстречу Саулу царю с пением и плясками, с торжественными тимпанами и с кимвалами и восклицали игравшие женщины, говоря: «Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч». И Саул сильно огорчился, и неприятно было ему это слово, и он сказал: «Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи. Ему не достает только царство». 9 стих. «И с того дня и потом подозрительно смотрел Саул на Давида». Друзья, я скажу вам, что падение служителей, падение христиан не начинается мгновенно с одного дня или с одного поступка. Это процесс, который имеет свой корень. И когда мы видим уже полностью крах, разрушение судьбы, призвания, разрушение вообще всего-всего, что было в жизни человека, друзья, я далек от того, что это вот во мгновение ока произошло. Всегда есть посев и есть урожай. Об этом мы говорили в то воскресенье. И вот с чего начался урожай Саула. Однажды они возвращались в свои города, и он увидел множество женщин, которые, израильские женщины, искренне радовались победе. И он и сам радовался. Но было что-то в песнях этих женщин, израильтянок, что-то, что было не по сердцу самому царю Саулу. Он услышал, что, оказывается, с первого места рейтинга в глазах народа он переместился на вторую позицию. И это настолько зацепило, что вдруг он прозрел, и вместо того, что вчера он сам лично дал генеральские погоны Давиду и сказал: «Я назначаю тебя министром обороны Израиля, ты теперь военноначальник, пожалуйста, у тебя так классно получилось с Голиафом, продолжай делать победы во славу Господа». Сегодня он видит в нем конкретного конкурента. Дьявол знал слабое место Саула. Тщеславие, зависть, гордость – это то, что было приманкой, которую проглотил Саул и попался на крючок у дьявола. Я скажу вам, что сегодня на этой земле нет ничего нового. Сегодня падение некоторых великих служителей и малых служителей, и простых людей начинается с элементарной зависти. С элементарной зависти, гордости, зависти и нежелания быть вместе, а желание затоптать кого-то, кто рядом с тобою более успешен. Галатам 5 глава, 14-17 стих.
Нет ничего нового под солнцем. Это было в Ветхом Завете, это было в Новом Завете, это было уже в истории церкви. Послание к Галатам апостол Павел говорит, 15 стих 5 главы. «Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом». Посмотрите, все очень понятно и просто. Если человек съедает своего ближнего, если он его грызет, если он постоянно видит недостатки в своем ближнем, понимаете, как будто хорошего нету, только одно негативное. Послушайте, это говорит о чем? Это говорит, что он уже попался на крючок дьяволу. Следующий момент. История жизни Самсона. И посмотрите, начало падения Самсона, 16 глава, 1 стих. «Пришел однажды Самсон в Газу и увидел там блудницу и вошел к ней. Жителям Газы сказали, Самсон пришел сюда. И ходили они кругом, подстерегали его всю ночь в воротах города, таились всю ночь, говоря, до света утреннего подождем и убьем его. А Самсон спал до полуночи, в полдень же, встав, схватив двери городских ворот с обоями, косяками, поднял их вместе с запором, положил на плечи свои и отнес их на вершину горы, которая на пути к Хеврону». И четвертый стих говорит, и после того, после чего, после того, как Самсон пришел в Газу, совокупился с блудницей, после того полюбил он одну из женщин, жившую на долине Сорек, имя ей Далида. Смотрите, сатана нашел слабое звено в характере, в жизни Самсона. Несмотря на свою силу физическую, внутри у него было слабое звено. Это сексуальная зависимость или сексуальное влечение, вот так скажем. Влечение, которое перешло в зависимость. Я скажу вам, что сегодня на этой земле нет ничего нового. Сатана обязательно будет испытывать и разные наживки подбрасывать, смотреть на реакцию твою и мою, как мы будем реагировать. Если даже ты не реагируешь на противоположный пол, сатана изменит свою наживку и подбросит тебе что-то другое. И будет наблюдать. Он на охоте. Он этим и занимается. Он это и хочет сделать. Найти твою слабость. Найти что-то, что для кого-то это ерунда, а для тебя это катастрофа. Посмотрите, нет ничего нового под солнцем. Самсон смотрел на каждую филистимскую женщину, и тот орган, который грешил, этого органа и не стало в его, он стал слепцом. Слава Богу, что его волосы начали расти, и Бог как бы показывает, что еще можно было возвратить, но не в той мере ту славу, которую он потерял. Да, он еще в последний момент, когда филистимляне даже не догадывались, опять Бог дал ему второе дыхание, второй шанс, и он раздвинул подпорные столпы храма, в котором были эти нечестивые, потому что его сковали, выкололи глаза и сделали из него животное. И он как бык ходил и молол, как бы, как позорище на глазах у всех его врагов. Он стал трофеем в царстве тьмы. И посмотрите, что привело к падению Самсона. Именно сексуальный грех, который был одним из грехов человеческой плоти, с которыми не справился Божий помазанник по имени Самсон. Давайте откроем 2 Коринфянам 6 глава 14-18 стих. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? И что общего, спрашивает апостол Павел, у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром?» Одно из имен дьявола – Велиар.
Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместимость храма Божьего с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. Поэтому выйдите из среды их, отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, ибо я приму, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сыновьями и дочерями, говорит Господь Вседержитель. Посмотрите, одна еще из приманок сатаны – это мирская жизнь, это жизнь по мирским стандартам, ценностям и принципам. И апостол Павел говорит, это невозможно вместе одновременно быть с Христом и с дьяволом. Невозможно быть верующим и жить чисто мирской жизнью. Рано или поздно эти два стула, просто ты не усидишь на ним. Эти два царства, они разъезжаются. И некоторые христиане сегодня в таком духовном шпагате пытаются в одной ногой носочком быть в царстве Бога и одним носочком, другой ногой быть в царстве тьмы. И они вот так зависли в таком, знаете, между небом и землей. Так не бывает долго. Кто-нибудь может на это сказать? Павел говорит, невозможно. Скажите, невозможно. Невозможно, друзья. Абсолютно невозможно. Бог говорит, выйдите из среды их, отделитесь. Зачем вам называться верующими, но не войти в Царство Божье? Ведь вся фальшь, ведь все, подделка вся, она рано или поздно обнаруживается. Одна история из служения Иисуса Христа и Его команды на этой земле. Иоанна, 12 глава, 3 по 6 стих. Здесь написано. Мария же, взяв фунт нардового, чистого, драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги Его, и дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников Иисуса, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать Его, сказал, «Для чего бы не продать это миро за 300 динариев и не раздать нищим. Но сказал он это не потому, что заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали». Ты скажешь, как-то удивительно. Но почему именно Иуда, вот из 12? И Библия говорит, что это не было случайностью. В одном из мест Писания Бог говорит, что Иуда вытянул жребий своего служения. Жребий. Вы когда-нибудь жребий тянули в детстве? Знаете, вот несколько этих спичек, и одна из них надломанная. И тебе дают, вот, и ты так смотришь, длинная или короткая? Знаете, сатана сделал свою злую шутку с Иудой, дав ему жребий отступничества, и мы поговорим, чем вообще там закончилось все это, тем, что однажды сатана наблюдал, как Иуда Искариот Симонов вносит ящик. Туда люди бросали пожертвования, каждое служение, я не знаю, апостол или сам Иисус говорил, давайте пожертвуем Богу. И люди брали свои финансы, доставали через эту прорезь или дырочку, я не знаю, отверстие, бросали туда деньги. И Иуда, получи, распишись, раз, и носился с этим денежным ящиком. Не знаю, какой это ящик, каких размеров, мы не понимаем. Может, рюкзак с таким пуленепробиваемым, я не знаю. Но какой-то ящик, в который опускали деньги. И вот иногда, когда никого не было, никого из людей, понимаете, когда ты один на один. Вот почему важно ходить не перед людьми, говорит Библия, а ходить перед Богом.
когда тебя никто не видит, никто не знает. И вот Иуда оставался один на один с этой наживкой. Сами деньги не являются проблемой. Библия называет проблему сребролюбие. Это любовь к серебру. Сами деньги – это как нейтральные воды. В руках бандита эти деньги будут убивать людей. Но в руках праведника эти же деньги могут строить Царство Божье. И вот когда Иуда оставался один на один, когда никто его не видел, знаете, дьявол смотрел, что будет делать Иуда. И опускает руку в денежный ящик, он вытаскивал, может быть, пару червонцев. Но дьявол следил за Иудой. И когда он увидел, что сердце Иуды настолько накапливалось в нем, капля за каплей, ведь не сразу, вот сегодня он горит, аллилуйя, а завтра способен опуститься на это унизительное служение и стать трофеем для царства тьмы. Посмотрите, что произошло. 26 глава Матфея, 15-16 стих. 26 глава Матфея, 15-16 стих. «И тогда один из 12, называемый Иуда Искариот, подошел к первосвященникам и сказал, что вы дадите мне, я предам вам его». Они предложили ему 30 серебряников. С того времени он искал удобного случая предать Иисуса. 300 динариев. И такая хорошая инсценировка. Человек, который хочет открыть миссию по благотворительности. Гуманитарные грузы бедным и нищим. 300 динариев, мы сможем такой социальный проект раскрутить, Иисус. Немного ли ты хочешь, чтобы тебе такая почесть была от каких-то женщин? Но сказал не из-за того, что он хотел помочь бедным. Знаете, многие благотворительные фонды, открывшиеся сегодня в этом мире, это не мотивы помочь людям, а мотивы отмыть деньги. Криминальные деньги. Поэтому не все золото, все, что блестит. Не всякий, говорящий «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю своего Небесного Отца. Матфея 7 глава. И вот Иуда, 300 серебряников, 300 динариев, это 300 динариев. Динарий – это дневной заработок человека в то время, живущего на этой земле. И 30 серебряников. Это вообще мелочь. Это копейки по сравнению даже с 300 динариями. Иуда принимает решение продать своего учителя. Почему? Потому что дьявол подцепил его на этот крючок мамонны, сребролюбия, воровства. Дьявол подцепил его на этот духовный криминал. И уже Иуда стал марионеткой в руках дьявола. Послушайте, друзья, я скажу вам откровенно. Сатана охотится за каждым пастором, за каждым апостолом, за каждым учителем, за каждым евангелистом, за каждым пророком, за каждым служителем. Сатана ведет охоту, и цель его – сделать нас трофеем в своем царстве. Дорогой Господь, Ты все знаешь обо мне. Я знаю, что сделал много ошибок. Пожалуйста, прости меня. Войди в мою жизнь. Помоги мне следовать за Тобой всегда. Во имя Иисуса. Аминь. Региональный партнер служения Кеннета Копленда, Джойс Майер, Рика Реннера в городе Днепропетровске, Христианская церковь «Дверь в небо», служение Юрия Коновалова приглашает вас посетить богослужение, которое проходит каждое воскресенье в здании Ричпорта, конференц-зал 11:00 и ДК «Шинник» 17:00. Пусть Бог благословит вас!
17 апреля в городе Днепропетровск молодежное движение «Зона спасения» презентовало новый проект «Hip-Hop Power Project». Проект был направлен на продвижение христианской культуры среди молодежи, а также на пропаганду здорового образа жизни, правильных жизненных ценностей и развитие духовности среди молодых людей. В проекте принимали участие известные христианские рэп-команды Gospel People, Rema X, Химик, а также совместный проект Оксаны Фроловой, Богдана Коновалова и группы Skydor. Особой изюминкой стало выступление силового шоу «Самсон». Эффектные и опасные трюки которых не оставили равнодушным никого. О проекте и впечатлениях рассказали сами участники. Сегодня я вместе с моим другом Гришей. Да, не удивляйтесь, дорогие друзья, он украинец уже почти, как, такой же, как и я. Я просто загорел, но я украинец. На Азовском море? Не, на Черном море. На Черном. Вот. Гриша, скажи, пожалуйста, вот вы сегодня первый раз в вашем выступлении в Днепропетровске. Да. Понравилась публика? Люди были открыты? Да, очень открыты. Нам очень тепло приняли. И мы рады. Это нас вдохновляет и больше служить Богу. Рядом со мной Чефир и Фоджей. Ребята, вы первый раз в Днепропетровске. Какие впечатления? Что вы можете сказать? Что вы пережили? Напутственные какие-то слова для следующего времяпровождения в следующем году или, может быть, в следующем полугодии? Мы на самом деле очень рады, то, что мы в этом городе, то, что мы на этом месте. Но одно жаль, что здесь нет всей нашей команды. Элайджа, Маккей, Жорик, мы передаем им огромный привет, потому что здесь было очень жарко, очень много поднятых рук, очень классная, радостная молодежи, которая верит в Бога. Также мы на этом месте увидели, как десятки людей сказали Иисусу да, они покаялись, они отдали Ему жизнь. За этих людей помолились, и они дальше уже вместе с нами качали, прославляли Бога. Это здорово. Я очень рад, то, что я приехал в этот город. Огромная благодарность организаторам, которые пригласили нас. Нам очень здесь понравилось. Я первый раз, я живу возле Днепропетровска, но первый раз я проехался так по центральным улицам и хоть глянул, думаю, надо же, рядом город, я здесь не бывал. Мне все понравилось, город понравился, атмосфера в зале понравилась, организаторы понравились, молодежь понравилась, все здорово здесь, слава Богу. Ну, могу сказать одно, что я желаю людям, которые были сегодня на концерте, на этом мероприятии, чтобы то, что не получили сегодня, то, что прокралось в их сердце, да, и они приняли, чтобы они не теряли этого, а просто дальше жили и горели этим огнем, который они получили сегодня здесь. Потому что сегодня были тут великие реально вещи. Дух Святой касался людей. И самое главное, чтобы они не теряли этого чувства и шли вместе с Богом по пути дальше. Спасибо тебе большое. Мы ждем новых встреч в Церкви Божьей Дверь Неба и Зоне Спасения. Мы тебя любим. Hip-Hop Power Project – это не только возможность объединить группы для продвижения христианской культуры, но это средство, с помощью которого можно позитивно влиять на людей и общество. То, что мне понравилось, очень много команд, которые из других городов. То есть это такой не просто наш город, там сказать, наша как бы компания, то есть которых мы всех людей знаем, а новые люди. То есть это очень хорошее. Меня зовут Михаил. Ты сегодня первый раз на подобных вечерах? На вечерах именно с христианизованной тематикой, да, первый раз. Именно таких молодежных вечеринках. Ты, какое твое вероисповедание? Я иудей. Иудей. Ну вообще, как ты, вот, планируешь ли ты дружить с христианами? Ну, скажем так, поскольку иудаизм и христианство практически родные друг другу религии, да, исходят от одного корня, вот, от Ветхого Завета, поэтому мы никогда, собственно, и не ссорились. Девчонки, вам понравилось сегодня? Да! Что вам, какая больше всего группа понравилась? GP Ministry. Кому Rema X? Абсолютно все нравятся. Я не могу выбрать даже. Планируете вы в следующем году тоже прийти на такую подобную вечеринку? Да, да, конечно. Спасибо большое, спасибо. Специально для христианских новостей молодежное движение «Зона спасения» Днепропетровск, Украина.